Ну а если ты подпишешься и поставишь лайк, то тогда тебе выпадет новый легендарный боец в игре Brawl Stars. Ну что же, ребята, всем привет! Вы на канале Denplay, и это последняя катка. Последняя катка, и мы получаем с вами Гейла. Просто что-то невероятное происходит сейчас, я просто в шоке. Я наконец-то получил 30 уровень, и мы с вами получаем Гейла. Вау, я просто в шоке. Я сейчас нахожусь в реальном шоке, я очень доволен. Гейл, плюс мега ящики, мы его сможем сейчас на фул прокачать, возможно, но это не точно. Плюс в магазине куча всяких ништяков, смотрите. Ну, это фигня, это настоящая фигня. Но есть звездная сила на Джеки и гаджет на Дэрила, мы сегодня с вами их купим. Скин, возможно, купим, возможно, нет, не знаю. Ребята, просто самый насыщенный видеоролик. Плюс у меня 23 171 кубок. А мой рекорд 23 177. Скоро на рекорд пойдем. Сегодня, ой, точнее не сегодня, а в этом сезоне 24 тысячи будет инфосотка. Плюс остается 8 дней и 23 часа. Это 9 дней почти. Но это жестко, ребята. Это будет серьезно лютый видеоролик за последний месяц. Самый лютый на моем канале. Ну что же, давайте, ребята, заберем... Вау, я просто в шоке. А, мы еще можем один бой сыграть, но я сейчас не буду играть, зачем мне? Ну что же, ребята, приступаем. Давайте поскриним вот здесь вот, чтобы... Вот тут Гейл, вот давайте вот такой вот скрин сделаю. Хотя лучше бы я скрины сделал перед видео. Ну окей, и так нормально. Ну что же, ребята, давайте начинать. Давайте. Сначала мы открываем с вами... линию, которая выше, чтобы потом выбить Гейла и прокачать с этих ящиков его как можно больше. Ну что же, ребята, давайте, монетки. Абсолютно бесполезная вещь для меня на данный момент. Биг бокс. 170 монет. И, к сожалению, нам дадут биг бокс, потому что у меня фуловый аккаунт, к сожалению. Так, монетки. У меня запись идет. Ну что же, вы... Ой, извиняюсь, что, возможно, были какие-то звуки в микрофоне. Окей, давайте. Просто лютое, что может быть. Я сейчас заберу Гейла. Ой-ой-ой, мне реально страшно. Я к этому шел, блин, я хотел очень его получить уже где-то неделю. Хотел просто его жестко получить, потому что это плюс 700 кубков. О, у меня тут посторонние звуки, ребята, за окном. Короче, ну что же, ребята, давайте. Заберем на раз, два, три. Гейл, приди. Вау, 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 Гейл. Вау, это... Это что-то невероятное. Это что-то просто невероятное. Хроматический боец, один из одного. Один боец у нас всего лишь в игре. Кстати, анимация выпадения, если честно, какая-то странная. Как будто на приватном сервере каком-то. Ну, согласитесь, как-то выпадает так... И плюс эти пиксели какие-то, что-то они стрёмные, как в Майнкрафте. Ну окей, ребята, вы понимаете то, что мы сейчас сделали? Мы с вами выбили нового бравлера. Гейл, давайте, да, Гейл, давайте сделаем вот так вот ближе. Не, давайте сначала больше всего трофеев, и он будет у нас внизу. Вот классно, вот так вот. Посмотрите, у меня нету Макса, а у меня уже есть Гейл, потому что я его забрал на изи. Вау, давайте поменяем аватарку, очень хочу Гейла на Ави, он очень прикольный, как будто, ну, необычно на самом деле, просто у малых людей есть уже Гейл. Ну что ж, давайте вот такую вот ау розовенькую сделаю, прикольная, ну что же, ребята, давайте прокачаем его сейчас и пойдем сыграем пару каточек за Гейла, за нового абсолютно бравлера. Вау, бигбокс. И мне отсюда падают очки силы на Гейла, плюс 50. Потому что у меня только Гейла, Гейл не фуловый. Маленький ящик, это ерунда. 25 очков. Мега ящик, топовый мега ящик. Один предмет. И 215 на Гейла, это жестко. 400 удвоялок, это очень круто. Да, давайте же, Гейл, конечно же, Гейл. Ты где? Вот, иди сюда. Хорош. Уже 300 есть. Так, ну у нас еще 2 мегаящика. Я не знаю, на фул не получится, скорее всего. Но это я сам понимаю.
Но, блин, прокачать его нормально, где-то на 7-ю силу, я думаю, смогем или нет. Ну, посмотрим. Так, удвоялки есть. Биг бокс, давай. На. На, есть. 70. Круто. Так, давайте сейчас заберу эти гемасики. Круто, кстати, 20 гемасов я не заметил. Один предмет, как всегда. Гейл, да, молодец. Падает, падает нам Гейл, родименький, давай. Плюс 6. Биг боксик. Почему не падают какие-то гаджеты, там, пассивки? Странно. А давайте его... Нет, давайте не будем сейчас прокачивать. Один предмет, да почему? Я хочу... что так мало на Гейла? 146. Блин, я думал, больше будет. Окей, окей, 7. Я просто сейчас даже не хочу ничего выбивать, хотя, в принципе, не против. Но мне просто главное очки силы на Гейла. Плюс 68 из бигбокса, это очень круто. 10 гемасов. 10 гемасов. Круто, 10 гемасов еще получили. Так, так, есть плюс 45. Ну, неплохо, но могло быть и лучше. Бигбокс. Плюс 46. 50 еще на Гейла. Блин, у меня что-то ощущение, то, что мы очень близко. Для почти фул. Серьезно? Не, ну не может быть. Не может быть фул. Ну, подожди. Не, это не фул. Не, это еще не фул. Но, блин, это 9-я сила. Нет, не может быть, чтобы 9-я сила. Это очень жестко. Блин, я как какой-то донатер жесткий. Вы понимаете, это какой-то донатер, как, к примеру, Холдик. Только выбил и сразу фул. Ну, блин, ну я серьезно себя очищаю каким-то донатером, блин. Вау, давайте скрин сделаю. Выбил Гейла и сразу фуловым. Ну, короче, какое-то такое название будет. Вторая. Третья, засекай, засекай. Будет 7-я, 100%. Я, к сожалению, не помню, какая должна быть сила, чтобы на 9-й, сколько должно быть ппшек. Нифига себе. Ты просто, гля, 7-я. 8-я сила. Ай-яй-яй. Вот это я донатер. Тупо осталось 200 этих. Как нифиг делать? Ну, серьезно. К примеру, вот я получу там еще 2 бигбокса, там мега ящики 2 вон, и все, у меня Гейл фуловый. Кстати, будут эмоции, будет тоже видосик, ребята. Или, возможно, я буду копить до 40-го, потом откроем 2 мега ящика, гемасики. Кстати, чуть не забыл, у меня 10 тысяч голды. Вау, 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 50 гемасов. Но я покупать сегодня скилл не буду, хотя он очень крутой. Как для 30 гема, он очень-очень крутой. На Моргенштерна явно похож. Не знаю почему. У Холдика, кстати, тоже ассоциация с Моргенштерном, но я не знаю почему. Ну, блин, мне Райана напоминает. Райан такой тропический, как в Брал Токе когда-то, помните, давно еще. Ну тоже, давайте гаджеты и пассивки купим. Гаджет на Дэрила абсолютно не имбовый, но просто купил для коллекции, чтобы он мне уже не выпадал. Так, гаджет на... Ой, пассивка на Джеки. Какая пассивка? Подожди, защитная каска. Джеки снижает любой полученный ею урон на 15%. Но это норм, пассивка. Давайте купим. Защитная касочка, привет. Можно удвоялки купить, но, блин. Я подсчитал, если, короче, я не буду тратить гемы, то я, возможно, ну, задоначу 170 гемов. И у меня будут следующих 2 сезона Бравл Пасса. Следующих 2 сезона. А это новый боец, там еще что-то. Так, давайте прокликаем, чтобы оно не мешало. Так, давайте Джеки. Кстати, у меня нету пассивки на нее. Это первая. Точнее, вторая. Но, короче, вы поняли. Ну что же, давайте выбираем, ребята, самого топового бравлера. Ну, посмотрите, 0 кубка и 8 сила. Ну, это донатерство жесткое какое-то. Блин, мне аж стыдно. Капец, блин. Ну что ж, давайте пойдем. Ну серьезно, 8-я сила. Блин, сразу фуловый боец, блин. Вот это да. Я очень не завидую тем, у кого сейчас не фул аккаунт, потому что прокачиваться будет не так легко. Ща мы на изи апнем с 500. Да какие 500, блин? 700 на изи сегодня. За сегодня апну.
Не, ну за сегодня не, но ну за 2 дня точно апну его на 650. У меня же пуш кубков, я задрочу немного. Но я думаю, вы понимаете, то, что я его апну на изи. Потому что 8-я сила, кстати, очень крутой боец Витрик Пенни, просто вынес, ну, на изи. Класс, просто класс. Кстати, мы же его на 7-ю прокачали, нам может скоро выпасть гаджет. А гаджет, кстати, очень-очень забавный. На тебе, похаре. Блин, изи. Ой-ой-ой-ой-ой, так, отвали. Оттолкнули его, как какую-то котлету. Давай, приматик. На такую, атакуй, давай. Быкуй. Мы все равно тебя зашатаем. На! Есть! Убили его. Просто убили его, как на изи. Есть. Так. Окей. Давайте еще бой сыграем. Ну, очень круто толкает она. Ульта. Отталкивает очень круто. Егор, иди сюда. Оу. Отталкиваем. Отшатнули его? Или как правильно? Оттолкнули? Да, вроде правильно так. Я лично забыл. Конечно, урон у него не особо мощный, чтобы банки фармить. Но, блин. Это 8-я сила, кстати. Блин, я вот серьезно, даже не поиграл на первой силе. Это очень, блин. Давай его отталкиваем. Отталкиваем, есть. Неправильно оттолкнули, да. Ну, короче, забейте. Почему вы не играете? Давайте, есть, оттолкнули его. Точнее, ее, Джеки. Фармим бустик. Есть. Еще бусты валяются в центре. Оу, Барлей, ты чё? Барли, ты чё, жесткий? Ты чё, жесткий тип? Натя, есть! Ну, изи, топ-1, еще одна. Давайте, ну, блин, очень крутой боец. Кстати, давайте в Бравл Боу. Почему я в ШД катаю? Нужно в Бравл Боле всех подталкивать. Подшатывать всем ножки. Ну что же, давайте. Ну, очень крутой боец, в 3 на 3, и вообще, в любом режиме он будет тащить. Кроме сейфа, сейф тоже, с гаджетом, вы что, издеваетесь? Так, есть, отшатываем, на, точнее, отталкиваем. Да, правильно оттолкнули. Ну, и, короче, я, короче, очень на радостях, и, возможно, что-то не так говорю, и запинаюсь. Ну, короче, ребята, вау. Я просто очень доволен, но у меня серьезные эмоции. Вот вы бы получили Гейла. Ну, я думаю, вы бы тоже бы рады были, как и я. Плюс сразу 8-й силой. Ну, блин, ну это очень круто. Кто там стенки за этот? Давай, на. Вау! А, нет. Блин, я хотел уже кричать, как этот, что гол такой забил красивенький. Но, блин, к сожалению, мячик не докатился до ворот. Не, ну удар был крутой. Давайте еще попробуем трикшотом каким-то забить. Что-то мне прям трикшотная молодость. Ну я, короче, раньше трикшотами любил бить. А сейчас на высоких кубках, типа, ну, нельзя. Потому что руинить катки другим и вообще себе на 650+, это плохо. Ну, типа, молодость, поняли? Когда у меня маленькие трофеи были, я любил трикшотами позабивать, чтобы скинуть лайну повтор. Ну, короче, вы поняли. Так, давай. Ай, блин, стенка. Подожди. Это Спраут из нашей команды ставит стенки в ихние ворота. Он чё вообще? Ну он что, вообще не норм какой-то? Так, давай, добьем. Давайте вспомним трикшотную молодость. Дэн Плей, хорош. Ну, я сам себя похвалил, короче. Просто на маленьких кубках я давно не играл. На твинке я не играю. Вау, ах ты, Мазила. Не попал. Просто я на твинке сейчас не играю, на нубике. Потому что я пушу кубки. Я
не могу себе позволить забивать трикшоты, а сейчас на маленьких кубасиках просто кайф, кайф, кайф забивать такие голы. Так, дай мне мячик. Есть. Ну что ж, ребята, я сейчас пойду апать Гейла. Надеюсь, вам понравился видосик, и вы поделитесь с друзьями и поставите лайк. Подпишитесь. Ну что ты делаешь, Спраут, ну ты чё? Ладно, давай толкнем. На. Все, ребята, всем удачи и всем покедова. Хорошего вам настроения. Желаю вам легендарки, поскорейшего выпадения. А я пошел апать кубасики. Встретимся, ребята, в следующем видосике, как я буду его апать на 500 или же на 500, там, 600, короче, скажу свое мнение об этом бойце. Все, ребята, до новых встреч. Пока!